сокровище мое, и жизнь не подателю, приди вселися мне, и очисти мне от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Тебе слава благодарение за твою милость к нам, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Так, напомню вкратце историю возникновения поселка Слопкина. В 91 году, 14 мая, мы сошли с поезда, я был, со мной была Валентина Афанасьевна Тетенька и Надежда Васильевна. Было у меня, значит, 10 гусят, привез я с Киргизии, и две курочки петушок, с хозяйства с таким приехал. Нашли на первых березах, помолились, Господи, все угодно тебе, то благослови. Здесь там твоя шурица. А если нет, то мы все, разбили палатку, где там лагерь, на том месте. Вот. В прошлом году возникло у нас, значит, знаете, судебное, значит, разбирательство из-за спиленных березок. Вот. Вначале, значит, было так, значит, поступил сигнал в милицию, кто-то позвонил и сказал, вот там выпиливают березки там и прочее. Ну, приехала милиция. Милиция первый раз, значит, как-то, наверное, плохое оказали гостеприимство. После этого они приехали с ОМОНом. 8 ОМОНов сейчас было. Примерно на 6 машинах приехали. Вот. С обыски произвели такой натих на ТУ Игоря Барабаша. Тщательный обыск был, все там, в шуфанере все проверили, и Пурпос в банке там все это проверяли, сыпали, искали что-то, что непонятно было. Конфисковали машину, две бензопилы, компьютеры, там вы знаете все, но потом компьютеры вернули первыми, видать, поискали, ничего там не нашли. Так. Больше за машину было, но машину тоже уже там через это добились, что вернули машину и бензопилы, после всех бензопилы, которые не участвовали в этом деле. Моя вообще на нерабочая была, когда ее забрали, она была уезжена. Но разрешилось эти, все разрешилось, все. Когда первый у меня был сосвидетель этому, следователь мне написала на бумажке, вот откуда, кто позвонил. Все. Я говорю, когда пройдет суд, я скажу тогда, кто это под... Мне следователь дал. Она у меня, эта бумажка, сохранилась в записной книжке. Бумажка была так. Номер телефона Матушкин, а подписаны Лапкин Алексей Владимирович. Больше ничего. Вот это я и знал. Больше я ничего не знал. Я говорю, когда пройдет суд, я тогда скажу, откуда это что. Это следователь мне своей рукой написала. А когда стали, она больше следствие-то ведут следствие, а нет потерпевшего-то, нет. Они хотели кого-нибудь там из тех, кто был, а все уже уехали, никого нет. Вот. Я говорю, ну, мы бы, я знал, что пилят, потому что плотина узнала, давайте я буду отвечать, нет, вас я, значит, этого обвинять не возьму. Ну, я говорю, найду. Ну, через 3 дня тогда я звоню, я говорю, нашел я, кто. Мы приезжаем к Иван Тихоновичем. Она где этот? Я говорю, вот он, преступник это. Здесь, значит, давайте. Ну и все, тогда она приняли. Я прошел как представитель потерпевшего, потому что по бумаге там нужно было что-то непонятности, по глухоте я уже добавлял. Переводил как бы. Стали с ним все. Потом дело перешло, когда у нас уже. Мы вызвали кадастрового инженера, попросили, чтобы сделали, как бы сказать, такую экспертизу. Когда у нас
когда инженер сделал, то говорит, что это, где, это не относится к лесному фонду. А статья-то была, подорвали лесной фонд до 4 лет лагерей в общем режиме. Такая статья. До 4 лет гласит. Вот. Ну а когда оказалось, что это не лесного фонда, а это муниципальная земля, то есть ей распоряжается администрация района, тогда перевели в другую статью, там было 57 тысяч ущерб нанесли. Тогда пересчитали, получилось только 25. Но мы 25 заплатили. За это заплатили 25. Ну и суд закончился. Все это. Опросили все и все, прекратили это. Даже то, что было адвокату, там что-то ему было, по-моему, около 10 тысяч заплатить, то это из бюджета района. Бюджет района заплатит. То есть потерпевшие не стали это брать. Но мы не просили адвоката, они сами представили, что должен быть адвокат там и прочее. Вот так это закончилось это дело. Но какие-то, скажем такие, личные неприязни вышли далеко. Значит, я старался это как-то утихомирить и сказал, просил ту и другую сторону, не выставляйте это, ну прекратите, кто, чтобы ничего. Не надо это в интернет выставлять, то, что это такое между собой, что-то есть друг против друга. Ну ладно, один, значит, не выставлял всю зиму, другой не представлялся, так дальше продолжалось. Это. С какой целью, я не знаю даже до конца, что то, что говорит цель, это ну, настораживает и даже как вызывает какую-то боязнь. Зачем это делать? То есть выставляют ролики так, что ничего здесь хорошего нет, общины нет никакой общины, это все так, это только фиксируют, общины нет никакой, и ничего хорошего мы за 30 лет не сделали здесь, только после себя разруху оставляем, вот, так родители о детях не заботятся, если у детей есть дети, то отцы там о детях заботятся, а мы вот вроде бы уже как бы хоронят нас. А ничего нет, все, разруха. Последний ролик меня больше удивил. Когда стоит Алексей у Рыжковского пруда и показывает, где промоина. Вот это результат работы тех, кто как бы руководит этим. Результат работы какой, то есть прорвало плотину. Ну, плотины прорывают не такие, как наши плотины прорывают. Вот пролыва Каховскую, без прорыва. И когда наводнение, читаем там на востоке, сколько разных плотин прорывают, а плотины не такие, как наши. Мы это делаем лепим, что есть под силами и по средствам. Только и всего. Вот. И всегда плотины Корчинские, Моринские, каждый год разрывают, каждый год разрывают Корчинскую. А мы когда приехали, это были болота. Все это болото было. Симаковское не было плотины. Комогориха не было, второй мостик не было, было, потом его разрыли, Корчинский не было, мы судились, а суд был, чтобы восстановили, но гарантийные письма дали, но не восстановили, Манулов так и не восстановил. Все. Пришлось самим это делать. Рыжковский был, 30 лет была плотина, 30 лет. Воды было много, было больше, смотрим, почему березки засохли, потому что вода поднялась, когда березки оказались в воде, которые были на берегу. 30 лет. Ну, разорвался. Это было, значит, прорыто бобры. Говорят, да, бобры не рулят. Я прошел по берегу и насчитал больше 10 бобровых нор. Они, примерно, диаметром сантиметров 30. И бывает так, что она, когда из воды он рыл, и на берег. Ну, брал палку метра два. Я подосовывал и до конца не доставал. Сейчас можно пройти, то уже идешь как бы по дну озера, по дну озера идешь, а они по берегу там норы на рыбу и плотине. Поэтому здесь что плотина ничего нет. Но из этого понимать, что это говорит, что это вот вина, значит, этого. Ну ладно, вина. Конечно, сделали не крепко так, чтобы бобры могли разрыть. Но к этому еще привело то, что я в отпуске был
Две недели меня не было. Приезжаю, мне звонят с Томска даже. Батюшка, а что у вас там за строительство? Какое строительство? Ну вот, объясняет. Да я не слыхал. Ну здесь мне потом Елена Анатольевна говорит, что, значит, было так, что кадастровый инженер, я пришел, Алексей сказал, мне этот кадастровый инженер, я там участник бюро Рыжского пруда, ставлю вас в известность. Тогда, когда уже едет инженер, поставлю в известность. Почему раньше этого не обсудили? А это было, говорит, еще когда? А в Томске, говорит, а мы знали еще в прошлом году, знали, что это будет там строительство. А мы не знали никто, я говорю, даже никто не знал об этом. Я сразу не понял, а что это? Да зачем ты там это строить дом? Да дети строятся рядом с родителями, а не за километр от родителей. Но я сразу понял, что это не для... Но начинается это, я для детей, то есть неправда уже. Начинается с неправды. Вот. Я поехал посмотреть, забиты полочки. Один полочек прямо посреди дороги забит. Прям дорога, как идет прямая дорога, эта дорога, она древняя была ездит. Прямо посреди дороги, вся эта поляна, ну я выдернул в колышки эти с дороги, которые возле поля были, вот, выдернул, бросил там их на месте, никуда их не девал. Вот. С ним попробовал поговорить, с Алексеем, что так не делается. Ну почему ты не посоветовал? Что с вами советуется? Вы вроде ничего не присоветуете доброго. Вроде мы ничего не можем присоветовать доброго. Советоваться с нами не надо. Ну, ты, это все-таки общественно как-то. Там никогда не было у нас документ восстановления поселка. Там никогда на этом месте ни одного дома не было. Поэтому там не восстанавливаюсь уже, а другое что-то. И она зачем? Я говорю, давай, ты 50 метров отступи вот здесь, вот где поле-то Игоря. Сейчас поле у него там полгектара, там же гектар можно у Игоря, потому что это как бы территория деревенская. Возьмешь ее, там будешь строить, и там можно сад развести, огород хороший. А что деньги можно зарывать только там огородом, вроде, в огороде возиться? Я говорю, ну я даже догадался, для чего это будет. Вот. А когда последний этот ролик увидел, еще больше изразился. Дорогие друзья, там мои подписчики, вот я, значит, показывает пруд, разрыв этот, здесь такая природа хорошая, вот этот пруд восстановить, но восстановление пруда надо там 1500, вот, восстановить, чтобы пруд, вот, даже по 1000, если кто вышлите, может, значит, подписчиков много, по 1000 вышлите, то и пруд восстановить, здесь можно приезжать, отдыхать будет, вот, отдыхать свободно, в 4.40 не надо будет вставать. А при чем 4.40? Кто у нас в деревне в 4.40 встает? Пипюгу, ты встаешь в 4.40? Ну, сейчас, да. Сейчас, да, встает. Но потому что рано светает. Тебя кто-то принуждает в 4.40? Нет, не принуждает. Просто просыпается. Ну, никто. В 4.40 это было в лагере там у них. Это другая организация совсем. У нас в деревне кто сколько может, сколько и спит. Другому приходит в 10 часов, прихожу, где 10 часам, говорю, попроведаю брата там это. А он еще спит. Все, да я вот это, долго что-то там это, ну, твое дело там это. Нет этого. То есть у нас свобода будет, 4.40 надо вставать, ну и проще, значит, свобода будет такая. Значит, как бы будет какая-то гостиница, люди будут приезжать, с кем это посоветоваться, как это гостиница, что это такое. Я об этом мне предлагали еще в первые года. Я посоветовался здесь, с тем, как это организовывается, за границей, где был я, везде это интересно, как люди это понимают и как это делать. Все объяснили, нет, это дело непростое, чтобы так это сделать, чтобы были люди приезжали. Люди будут приезжать всякие, а отобрать людей, что будут приезжать, которые не курить, не пьянствовать и будут там не с прямодейками приезжать. Это сделать невозможно, будет все это. Приедут всякие люди. Я был, говорю, был в Дивеево, приехали мы со своим Иваном там помолиться. Это одно из святых мест в России, считается. Ну а гостиницу поселили там метров за 200 от монастыря. Ну и же вышли погулять, уже поужинали там.
За гостиницей мужики там сидят, курят эти паломники и водочку пьют на сельмештах. А что ты делаешь с ними? Ничего, они отдыхают. Были в храме, помолились, а потом там это. Ну, то есть это не так просто сделать. Теперь на берегу построить это. Куда все оттуда отходят от людей? Вот откуда все в это озеро? Какое будет это? Куда ты что там, биотуалеты поставить или что? Ничего ты этого не сделаешь. Где воду как доставать? Ну, колодец надо выкопать, колодец выкопать. Зачем? Это теперь содержать это надо будет. Ведь клиент это не отдыхать, он не будет каждый день там картошку чистить, она и что-то варить. Ты должен приготовить все, постирать белье чистое, чтобы было постель. Она приедет на один день, на два. Ты должен все обеспечить это, ну, как гостиница. Деньги заплатит, приехать. Это добро. Но это тебе дома некогда будет поесть, как следует самому. Все, нанять людей, это кого ты в деревне наймешь? У нас все сами себя только вы обиходите в этом году. Вот. Но это еще как-то можно. Я уже так это, вот, думаю, что посмотрим. Пускай восстанавливают плотину, там люди, конечно, помогут там что-то. Но с этого места сдвиньте. Нет, я только на этом месте буду. Почему на этом месте? Это никогда. Свободный вход был, к озеру был свободный вход. Кто приедут, гости там или деревенские. А это так, закрыть вход, чтобы ни туда, ни сюда не было. Вот с какой-то целью было сделано. Не советы и прочее. Вот. Я больше не трогал, конечно. А когда вызвал в другой раз инженера, видать, уже когда установили там и все, вот. Он еще приходил. Я еще пытался как-то это, но ни в какую, никак не идет. Вот. Только он мне сказал, вы, батюшка, не хулиганьте больше, полочки не трогайте. Я говорю, нет, больше не буду. Полочки я больше не трогал. Вот. Я поехал, посмотрел, там уже была табличка написана. Сейчас я дошел там первое, не знаю, что как у нас написано, усадьба, кажется, или участок. Марии Лапкиной, 32. В обратную сторону пошел счет как-то. Вот. Все. Я вчера поехал, посмотрел, объехал. Полочков нет. Я подумал, что, наверное, Алексей забрал что-то, снял. С чем это связано, не знаю. Потом он звонит мне, батюшка, полочки брал. Я говорю, нет, я дал слово, что я не касаюсь, больше нет. Нет, я не брал. Я поехал Володю Пащенко. Володя, вы когда приехали, заезжали в Судзи? Нет. Игнатьев спросил. Я, говорит, Симаковский обошел, говорит, кругом, говорит, а туда я, говорит, еще не ходил. То есть никто. Я говорю, это может быть кто-то пошел, да, это. Нет, никого не было. Никто не было. Кто? Я так и понял, может быть, говорю, их случайно сам как-то убрал или что, а кто будет? Из деревенских никто больше на это не посетил. Никто. Я не думаю. Все, Игорь, он не будет этим заниматься, я говорю. Он только видел, вот так не посмотрели. То есть здесь относительно этого, вот, собрание больше к тому, что я, что нигде так не делается в обществе, ни в каком обществе. То живешь ты в этом обществе, и поносить это общество, поносить его, допустим, но уже в пожилом возрасте, так сказать, старцев поносить, нигде этого не делается. Даже если ты христианин, то говорится, даже когда, говорит, и отец твой оскудеет умом, то и ты тогда не оставляй его, не пренебрегай им. А это бывает, что оскудел там уже не в себе там тепло, и тогда не пренебрегай им. Так Господь говорит наставление. Но мы еще пока живые, и это, понимаете? Нам это с таким трудом досталось, мне, всем. И поэтому просто так я, как говорится, не дам на разрушение это. Нет ни одного, где... Он говорит, а что вы здесь делали? Я говорю, давай посмотрим, что мы сделали. Давай по деревне пройдем, посмотрим.
Да вот и мы сидим здесь. Я только описать, сколько здесь обложено труда. Везу, раз я нагрузил, купил я вагон леса, круглого леса, 66 кубов купил. Мне продал там один человек с этой со станции. Брал для сына, сын не стал строить, он мне этот... У меня, говорит, он на пилораме в Корчино лежит. Вот. Нужно, говорит, заказать, что это. Ну, я уже расплатился с ним, там, не хватило, он подожду, говорит, я когда соберешь, потом. Вот. Я на брус, да, решили мы плитами крыть здесь. Но когда я посоветовал, вызвал инженера, строителя, он посмотрел все, говорит, а сколько лет? Я говорю, 20 лет стены стоят открыты. Я, говорит, не советую делать, потому что неизвестно, какой там фундамент заложенный. А здесь были плитами крыты. И стены, говорю, в каком состоянии, говорит, сейчас они следуют. Поэтому я говорю, лучше, говорит, деревянное перекрытие делать. Тогда я груз. И я на газоне, на самосвале, нагрузили там, я везу. И в Корчино еду. В одном месте меня как тряхнуло, они же один. У меня это, кузов у меня поднялся. И здесь этот, все это. Как грузить, я не запомню схему, блин, мы это вдвоем, и потом опять это, давай грузить на это, на этот самосвал. А этот самосвал, то есть он дал помощь, и я это обменял, те марки, которые были, и как раз у меня хватило на новый этот самосвал. Сейчас он уже на пенсии, этот самосвал, но тогда в те годы он нам сильно помог, много, потрудился очень много. Вот. И как мы это надрывались, сколько, это поднимали, щиты какие делали сюда, все делали своими руками. Это сегодня сидим мы готовы, а что вы здесь делали, ничего не сделали. И это не хвалиться, но к этому вынуждено было. Как мы считаем послание Коринфянам, апостол Павел Коринфянам пишет, говорит, если я не апостол, то вы тогда кто, христиане, укоряете? Я вот то-то сделал, там, сколько раз был там побит палками, там, и вот, в глубине морской, там, и тонул, там, и прочее. Мы его даже побили, думали, мертвым, выбросили его. Живой оказался. Вот. Приводит там, почему? Потому что очень огорчили его коринфяне, что вот ты не видел там Христа, то и ты не настоящий как бы апостол. Молиться на нет, ну, то, что сделали, все гипотично работают, а я делал. Силы были, было, как сказать, такое рвение к этому надо делать. Делали. Сегодня этих уже нет сил, сегодня это невозможно. Посмотрю на свой дом и страшно становится, как это сделали. Помогали, да, помогали. Баню мне помогали строить. Иосиф и Алеша баню строили мне. Помогали мне, не строили баню. Как они мне наличник там на окошечко вырезали. Вырезали, вы наличник сделали. Они сделали, там какие-то не сходятся опять. Они еще раз отрежут. Ну, все-таки прибили, так оно и есть. Я ничего не менял пока по сей день. Вот. Было, помогали, строили. Трудно было. Поэтому, когда находишься в обществе, и поносить это не годится. Это мы русские, а, допустим, был бы где-то на Кавказе, чеченцы, до этого дня бы не остался в живых, чтобы так относиться к этому. Зачем? Прекратить, все. Сегодня уже простое дело. Кто в полочке, это никто не известно. Уже выставить ролик, что вот у меня полочки эти, значит, убрали. Ну а кто? Если приехал найти, то это только он мог убрать, больше никто. Значит, это он мог только это сделать, для папы. Поэтому, если плохо, как говорится, в общине, ну и поносить ничего нет хорошего в общине, даже и высказывание, что общины никакой нет, то тогда и ну, зачем находиться в этой общине? Можешь жить просто спокойно, но ты не можешь быть членом общины, когда сам поносишь это все. И это не один раз было, а много раз. Я редко-редко выхожу, мне кто-то скажет, посмотри там что-то, батюшка, посмотри, мне до того неприятно становится это. Сколько там эти выступают, как сказать уже, ну, которых поддерживают в этом, да, Алексей, давай, бери управление в свои руки. И эти ролики не удаляются. Почему с такими людьми это иметь общение? Ты живешь здесь, общаемся каждый день мы. Здороваемся вместе, что-то делаем, даже собираемся на трапезу, в храм ходим вместе. Вот.
В каком псалме говорится, Давид говорит, когда бы, говорит, поносил меня неприятель мой, я бы перенес, но ты, который, с которым мы вместе, как ходили в храм Божий, разделяли трапезу вместе, и он поднял на меня петлю. Легче принести, когда враг поносит, но когда это знаете, тяжело очень переноситься. С какой целью? Зачем? Что расстроили быстрее, чтобы сковырнулись они или что? Вот. Поэтому я ставлю так вопрос об этом, что не нравится община, значит, живи без общины, Алексей. Вот. Советуйте, нет, не надо спрашивать, какое-то благословение на что-то строить, тоже нет, это явное нарушение устава. И начинается со лжи. Вот сейчас что сказать, вот лжет, а это не ложь. Ты затеял такое дело, и говорит, это я для детей своих. Для детей? Да дети еще вырастут. Где будут дети? И чем будут заниматься, не знаю, для детей строят. Что у тебя? Миллионы в этом, чтобы ты не пропали деньги, строишь для детей? Вкладываешь что-то, недвижимость какую? Конечно, нет. Здесь уже сейчас не секрет, для чего это строится. Сельский туризм. Вот так вот. Я, в конце, сказал так, все, что мог сказать. Пренеприятнейшее, конечно, это. Я несколько раз старался как-то это, ну, разрулить, рассказать, уговорить. Не получилось ничего, нет. Никак. Зачем это делать? Даже с этим участком только 50 метров в сторонку отступи и строй там, что тебе надо, строй. Ну, в улицу, как улица идет, то есть у нас восстановление поселка идет, не как-то. Нет, а вот я хочу здесь. Но это неправильно, что ты хочешь, это не годится, так хочет. Новое место там никогда не строились, еще поляна такая, там перед этим, перед озером. Даже люди будут у тебя, когда быть, ты застроил, то негде будет и выйти, так озеро-то, выйти негде. В каком здесь я отступил 50 метров только в сторону-то? Я не говорю, что совсем не надо это делать, но нет, я на это не пойду. Не будешь решиться. Ну и что? Ну, приехал новый житель у нас, будет Иван Ермоленко. Просил, где, как, пошли, посмотрели, там и там. Ну вот я здесь желаю. Желаю здесь. Давай, начинай, трудись. Сколько кто может, будем помогать. И ты приехал, все тебе помощи было оказано больше всех. Я имею в виду материальную эту помощь. Больше всех. Других приезжающих. И ты так поднять плиту на дядек своих, да тот не только, ты на всю общину, понял, где ты выяснил, что община, вот там вот община у отца Владимира Говина, вот община, там он дома строит людям. Ну, он деньги как-то может так добывать, мы не можем никто добывать так деньги, как Владимир, отец Владимир. Он как-то может, там у него это есть, значит, он там строит дома, там вот у них община такая, там это... Вот все. Ну, что же. Мы нигде не смотрели как. Я нигде не ходил. Если бы где-то было, община такая, посмотреть, чтобы поехал бы я сегодня бы. Ну, а нет, я когда те, кто там был, вот, там говорит, смотреть-то нечего. Нет такого. Вот. То есть основано. И у нас, я скажу, в районе, пытался один человек богатый. Приехал он с Казахстана, у него там он занимался грузоперевозкой, у него было 40 грузовых машин. Занимался грузоперевозкой, приехал в Мамонтово и решил в 45-го, деревню так, 45-го, точно так же организовать там, он хотел там дом быть, все, начал, он что-то уже домов 10 построил, Лужков там уже строил себе дом, вот. Но у него ничего не получилось, он не мог зарегистрировать деревню, вот. Когда регистрация проходит, то в регистрационном свидетельстве цель регистрации. Какая цель? Цель регистрации на деревенской общине – это восстановление поселка на православных христианских заповедях и русских благочестивых, благочестивых обычаях. Это цель. У нас зарегистрирована так, в истинстве. Вот. То есть с какой целью мы здесь организуемся, регистрируемся? Только всего. Вот это было.
Поэтому мы и обязаны это соблюдать. Никаких тяжких нет. Больше всего восстают против пояса. Зачем пояс? Пояс разве спасает? Я скажу, что за эти годы я убедился, да, спасает. Приводит ко спасению, утверждает по спасению пояс. Почему? Потому что, во-первых, это ты проявляешь послушание, и это нигде не противоречит, что пояс, как бы это, сколько мест, где-то 105 мест примерно в Библии говорится о поясе, что пояс должен быть. Да и народная пословица говорит, кто-то там что-то, о, распоясанный хулиган. То есть подпоясанный хулиган не так бывает, это распоясанный хулиган, значит, ведет себя бесчинно там и все это. Это всегда было. Да это русские благочестивые обычаи. Если мы русские, то зачем против этого восставать-то? Смотрим сегодня, показывает там русский народный хор. Парни стоят, все до одного в поясах, все до единого в поясах стоят. Но. Женщины, ни одной нет в брюках там или в шортах. Все в длинных платьях. Это о чем говорится? Это народное наше. А не такое. А если так, что да, это не важно ничего, это здесь будут люди приезжать, не важно нам там вставать, когда и остальное, это ничего не важно. Это спасение не приводит. Украшения там и это не приводит, ну скажем, не приводит, но удаляет, так скажем. Как это? Пища, говорит, нас не приближает к Богу. Или как там? Не удаляет. И не удаляет. Но не удаляет, это уже от себя будет. Удаляет. Так это нарушение в чем-то, она удаляет на Бога. И любая форма, я скажу это на себе, был я солдатом 3 года в Москве, скажу, что когда идем в форме, то идешь уже и на ходу курить нельзя, мороженое нельзя кушать на ходу. А когда мы с гражданской одеждой сами говорим, да идешь, гражданская, там расстегнутый, идешь вольно, могу мороженое взять на ходу и с тобой. Идем друг друга, толкаем там это все. А когда в форме, нет. Если попадешься под рулю, то там весь взвод может месяц увольнения, никто не пойдет. Он дисциплинирует человека. Это сам рассказал Алексей. С ребятишек он поехал по форме, даже мусульманин обратил внимание, о, как, смотри, какой одеты ребятишки-то, рубашка под поясок, да все там это. То есть располагает даже человека, который, как бы сказать, ну, совсем другая у него вера и религия. И это даже о том располагает. Понимаете как? Против этого не нужно восставать. Ну вот, все. Какие есть у кого? Добавление или убавление? Я думаю, здесь 28 или 29 лет живут. Естественно, понятно, он меньше. Как вы сказали, что все это своими руками мы делали, то есть, но оказалось, что я разрушитель, вы, ну, все, вот Игорь, разрушитель, это было озвучено. То есть это, ну, как назвать, что можно назвать так, что только не все дома у него, если так говорить. И когда нет в любом обществе, когда нарушается вот эта иерархия, подчинение младших старшим, тем более старшим по возрасту, по призванию, и тем более, когда священник человек, то это общество обречено само по себе на уничтожение. То есть, ну, здесь явно просто разрушение какое-то идет. И все. Ничего доброго не будет. То есть отношение к общине, к нам. Можно я слово скажу? Ну, я хотел прокомментировать Андрея, значит, когда он ко мне выставлял претензии, то есть как это понимать? Вот даже то, что сказал батюшка, информация практически вся искажена. Вот. То есть, как бы отчасти слова-то вроде верные, но не в том смысле, то есть, а я, Бог знает, Бог видит мое сердце по-честному, до последнего, ходил, как говорится, с увещеванием. И даже вот мне совсем непонятно, батюшка меня обвиняет во лжи, и тут же говорит, ложь
что я говорил про отца Владимира, никогда и не ставил в упрек им, что тот строит дома за 13 миллионов, а вы почему не строите? Никогда этого не было из моих уст сказано. Было сказано другое, абсолютно другое. Вся информация, вся вывернута. Вот, поэтому, ну, как бы комментировать здесь очень сложно. Насчет Андрея, значит, просто разговаривали, я говорю, смотри, говорю, хорошо, говорю, он меня первым назвал разрушителем. Значит, я говорю, хорошо, говорю, если я разрушитель, есть только два понятия, созидатель и разрушитель, то ты, получается, созидатель. И я ему стал перечислять моменты, что ты созидатель, почему тебя не было здесь, почему ты не знаешь тут, почему ты... То есть он не мог этого сказать, потому что в некоторых моментах, а я всего лишь восьмой год, девятый год живу, его не было. Вот. Когда, значит, в тех моментах, когда я участвовал, его не было. Вопрос. Так вот, хотя один момент, приведи, какой? Например, он меня спрашивает, значит, в 2019 году был утвержден администрацией района новый генеральный план деревни. Вот. Он меня спрашивает, а почему меня никто не позвал? Я говорю, так подожди, ты же созидатель, как понять? Ты если созидатель, ты днем и ночью спишь, живешь и видишь это, как деревню восстановить, как ее, значит, расстроить, как ее развить, вот. И ты такие слова говоришь, как так? Сколько ты раз ездил в администрацию? Ну вот, мы с Еленой Анатольевной, там, я ездил в администрацию, мы с Еленой Анатольевной были, значит, на, значит, в Корчино, там, на официальных слушаниях. Это только один момент. И другие моменты, которые здесь были. Он говорит, я тоже участвовал так же, как батюшка. Да, да и аминь. В каждом дворе что-то вы делали. Я говорю, ну вот это мелкое что-то, говорю только свое понимание, оно не влияет на стратегическое развитие. То, что я сегодня свинюшку покормил там или там крапиву порвал, это хорошо, абсолютно хорошо, да, но это не влияет на стратегическое развитие. Вот. То есть, а я говорил именно вот про стратегическое развитие деревни. Потому что Игнат Тихонович, когда здесь только все начиналось, он сказал одному из жителей, сколько он сказал, будет 100 дворов здесь или 300. Человека этого здесь нет, он говорит, здесь будет там 100 дворов. Вот. Как бы это неплохо. Вы абсолютно. Алексей, нет, вы он сказал, вы нет, не нет, 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 он сказал, что здесь будет, будет. Именно в таком смысле. Вот. Поэтому, как бы тоже не могу это комментировать. Вот. У меня вопрос к Игнатию Тихоновичу. Вот до вчерашнего дня был один вопрос, сегодня у меня два вопроса. Первый вопрос у меня, с какой целью вы эти столбушки убрали? Вы убирали эти столбушки? Нигде, нигде, так как вы в прошлом году не утверждаю 100%, даже в ролике сказал, что приехал, и у меня это я высказываю подозрение. Подозрение, потому что оно не безосновательно. И весь почерк того, что, того, кто это спрятал, потому что если бы это был хулиган, скорченный еще откуда, просто вырвали бы, кинули бы и все. Вот, нет. То есть, когда я жил в лагере, Игнатий Тихонович учил именно так. Как бы вот, ну, как разведка, да, там, одни полушки сюда, другие туда, веревочки все тут это сложил, все. Поэтому я имею право абсолютно нормально его подозревать. Я не утверждаю, я его подозреваю, да. И если вы докажете, что это не вы, ну да, я не, значит, это кто-то. Всех основных ключевых фигур деревенских обзвонил, Иосиф, Андрея, Игорь Александрович, дядя Володь, я вам не звонил, это не вы сделали? Полушки там на Рыжковском. Дядь Володь, колышки на Рыжковском, там не вы выдернули? Алексей, я там был, когда ты там был. Да? Ну, я все, вот. Я просто вам не звонил, потому что мало ли, вдруг это вы сделали. И женщин это никто не мог сделать, потому что, ну, там достаточно тяжеловато было. Вот. То есть, то, что батюшка сказал, да, то есть, я ему объяснял, вот мне непонятно, почему... Как бы мне, наверное, по этому поводу даже запретили с ним разговаривать. Все извращенно. Вот. Когда я пришел к нему, вот вся информация, я ему сказал, то есть стояли колышки, я объяснил, приехали кадастровые инженеры, и это не капитально. Не знали, от чего отталкиваться. Поэтому поставили вот просто вот так. Они сказали, мы сейчас все это сделаем, просчитаем, потом тебе скажем, как правильно, куда что-то двинуть. На этом мы договорились. Я ему объяснил. Вот. И его поступок, не его лично, а поступок,
Я расцениваю как хулиганский, потому что это люди приезжали, там за это деньги платятся, все. То есть они поставили отметки на спутнике, и они четко сказали, я объяснял, что это не последний вариант. То есть, ну, там участок неровный, надо было чего-то отталкиваться, там свои как бы моменты есть. Все, когда все сделали, все, стол, колышки поставили нормально, все. Игнатий Тихонович, это вы колышки убрали оттуда? Ну вот здесь, что стоишь? Ну, это один вопрос. И последний вопрос, просто знаете, как это, сейчас пресс-секретарь Владимира Путина, нашего Песков, когда ему спросили, говорит, это, у вас будут переговоры с Украиной? Он говорит, для этого нету даже фундамента. Вот. Последний вопрос хотел задать. Кто звонил в прошлом году на вас по Березкам? Батюшка, вы же говорили, что знаете. Да, я сказал, я сейчас заявил, кто это. Я бы этого получается не знаю. Что следователь мне написал, я это знаю. Все. Вот, можно мы сейчас, подожди, я просто... У меня рукой следователя написано. Понятно. Я показываю, что, вот что написано. Не следователь, я это знаю, больше я ничего не знаю. А сколько лжи, сколько клеветы. На кого? Очень всех, и в первую очередь, и все. И ты еще тоже такое лукавство произвел. Он все знает, ему Бог открыл. Ну что же это такое? Это же клевета. Я удивляюсь, как ты, учитель, вроде проповедник, и допускаешь такое. Да разве это можно? И вот насчет общества я скажу, ладно, Леш, договори. Ну, я просто договариваю, что вот два вопроса, на которых Игнатий Тихонович, это предполагаемо было, что он не может ответить. Как сказал, помните, да, слова Христа, его спросили, какой силой ты это делаешь? Задам я вам вопрос. Ответите, я вам скажу. Да. Ответить не может, то есть разговор окончен. У нас даже фундамента нет для разговора. Но мой дом всегда для вас открытый. Приходите, как нормальный человек, посидим, чай попьем. Вот как нужно общаться с молодыми. Ну, то, что враги, враги. Я из моих уст ни разу... Все, всех врагов, мы тебя не считали врагами. Да. Врагов. Почему ты так-то? Разве так? Там те же любовь. 13 глава 1 Коринфян. Тебе хорошо известно, тебя ли учить. И ты даже абсолютно любви, чтобы не было милосердия какое-то пройти. Ну ты сам понимаешь, сколько. И ты все, все, так, выбор, все хорошо. Друзья, ну хорошо. Ты недоволен там, не знаю, Тихонович. Зачем на все общество поносить? Это придумка Игнатия Тихоновича. Что? Это придумка Игнатия Тихоновича в свою защиту. Ну как придумки? Когда я видел несколько раз на это, вы давали мне посмотреть, и ты эти... Там комментарии ты все это одобряешь и сам показываешь. Ведь можно даже последнее, что ты платил, и то ты понял. Вот результат, если там работает, что это. Я... Нет, подождите. Вы, если хотите выглядеть серьезным, вот как мы к Игнатию Тихоновичу пришли, как мы пришли, мы выписали минута первая, 20 секунда. Кавычки открываются, вот. И поэтому, если вот так давайте разговаривать, все, что там было сказано, там ничего не противоречило, ничего даже оскорбительного в его адрес не было допущено. Так, и никогда ты нигде ничего не нагулял. Покажите мне, покажите, вы сейчас о чем говорите? Мы пришли, Виталий, на твоем, еще раз говорю, мы пришли. Мы с тобой договорились, ты говоришь, все, я говорю, уберите, чтобы никто. За зиму он нигде ничего не взял, а ты всю зиму этот сайт свой. Ничего, ничего не было, ничего не было всю зиму, ничего не было. Ну это нормально было, ничего не было. Нет, Игнатий Тихонович говорит, там что-то ковыряло, что-то там варился, никто не варился. Все ролики были просто хозяйственные. Если люди пишут комментарии, и вот ваши слова, вы говорите, ты перестань писать, а ты удали, и он перестанет писать. Я пошел, удалил, он как поносил, как гнал эту ерунду. Я говорю, батюшка, вы же обещали. Я тебе ничего не обещал. Вопрос, как с вами разговаривать? Вот именно, батюшка. Вы же за свои слова не отвечаете, а вы священник. Нет, вы обещали, ты удали. И он больше не будет про тебя ничего. Я пошел, удалил, а он как продавал. Это у тебя как они были, там продолжают сидеть. Нет. Было, я приходил к вам лично, вы не риски. Я пошел, удалил, по-честному. Я говорю, удалил только тот. Нет, подождите, мы договаривались. Вот. Вы не сдержали слова, как вы говорите, а я ничего не обещал. Ну, ну как вы с вами договаривались? Как я не обещал, так он не говорил, ты зачем меня сейчас? Вы сказали, ты удали, и он про тебя больше ничего не будет, все. Я пошел, удалил, он так продавал. За всю зиму ты хоть один ролик выставлял, какой пролетели? Он сейчас скажет, нет, вот надо смотреть. За всю зиму ты выставлял что-нибудь в ролике про Ивана Алексея? Нет.
Ничего не было. Да? А вы людей спросите, пускай вам кто-то кто-нибудь позвонит, я даже скажу, кто людей расскажет. Можно мне вопрос? Поэтому просто говорить сейчас не о чем, честно. Ну, давайте, спокойно. Так, можно мне вопрос задать? Когда ты говорил, хорошо, сейчас я тебе конкретно говорил о том, что это община здесь нет, вроде не община нет, это не община здесь. Так, говорил? Так, еще раз. Так, вот тебе, кратко, да или нет? Нет. В таком, как вы говорите, нет. Ну, а как вы говорите? Вот, а теперь слушайте, как я говорил, потому что я говорю, батюшка все извращает. Значит, есть ролики, как я когда ездил к отцу Владимиру, я объяснял ему, главное ему объяснял, сидели мы, пришел, прям по-доброму, увещевал, как это понимать. Сейчас еще раз объясняю всем. Когда я приехал к отцу Владимиру, они, ключевое слово, стараются построить общину по первохристианским временам. Вот. Так, у них есть три фильма на эту тему, где там отец Олег Трофимов, значит, все вот это вот разбирает, как строились общины, они стараются строить. И когда я приехал, отец Владимир бьет именно на вот эту тему. Когда я приехал, посмотрел, и когда мне спросили, я как бы уже как бы засомневался. Вот. А он мне потом, ехали в машину в аэропорт, он говорит, а у вас есть вот это? Нет. А вот это есть? Нет. А вот это есть? Нету. А вы так делаете? Нет. Он такой, ну какая же это вы община? Вот, понимаешь, то есть только что это, что здесь не первая христианская община, я это еще раз подтвержу, что здесь даже стремления нету было. А вот у них как бы есть стремление, но бачкают, что я говорю, что у них там все ровно. Да нет, конечно, там все не, там тоже не ровно, там люди, там также стараются, там свои тоже все есть, там все есть. Вот. Но они просто стараются делать по первой христианству. Ладно, это так можно. Значит, так. Значит. Я ставлю вопрос так, что если не устраивает община, и ты просто уже до конца, как говорится, доходишь, этими даже взяли, этими колышками забиваешь колышки, это уже, как сейчас, не первый раз забиваешь, я говорю, образно, колышки эти, забил там это. Но что? Второй вопрос, значит, мы не можем даже тебе и доверять. Как-то? Ты член совета деревенского. Не можем доверять. Когда ты где-то там с людьми, ты против говоришь это, поношение такое возносишь на нас. И, ну, что ты высказывал тогда, да что, батюшка, там, он сидит там со стеклянными глазами, там что-то там лопает. Нормально? Было написано. Было написано. Я попросил прощения. Вы сейчас это зачем упоминаете? Я это удалил. Попросил. Я поручение попросил, удалил. А если не попросил, то если я не сказал, то не удалил? Ну так если я не знаю, если я не знаю. Зачем ты это говорить? Я бы стал говорить про кого? Про себя дедушку. Мой дедушка сидит со стеклянными глазами. Нет, ну если вы меня обалдели. Хулиган. Дедушка, ты не хулиган. Ну, вы расцените этот поступок. Понимаете? Давайте я скажу еще. Понимаете? Подожди, что подожди? Давай, я это самое по теме. Значит, об общине. Действительно, я скажу так. Вот сколько я живу, общины как таковой нет. Что значит община? Стой. Я тебя не перебивал. Не перебивайте, мы вас слушали целый час. Значит, не перебивайте. Значит, община – это общее все. Общие мысли, общие идеи, общее настроение. Все должно быть общее. Мы здесь христиане. Нам нечего делить. Мы не мусульмане, там, не католики, даже не христиане. Это постоянно поносит старообрядчество. Дальше, кто вот это раздражает, что ваши, наши там и так далее начали, кто? Это он им внес. Это на твоей совести, в твоем грехе будет это дело. Дело в чем? Дело в том, что ты врагов начал это клеветать, его обвинил, и вы же никто не... Не попросил прощения, никто. На нас с вами тоже. Он на это самое, это что, больше духовности? Что к чему? Зачем это? Ты что, к себе святость приобрел или что? Или я смотрю, над тобой уже венец прям сияет. Ну, что, не видишь? А, ну, какой ты это уже. Так вот, я тебе хочу сказать, все из-за вас, вы же разваливаете, действительно, не он. Лёшка тоже стерилизировал тогда, вот ты видишь, я говорю, как надо за своими словами следить. А ты тоже не следишь. Вот. И здесь, значит, когда началось это все после свадьбы, значит, тебе, понимаете, не дали снимать. Ну и что? Ты бы сам подумал, не твои дети, не твоя свадьба. Какое отношение ты имеешь?
Если они не хотели сказать, снимать, чтобы не снимали, не снимай, потому что знают твою натуру, знают твое состояние и все прочее. Поэтому не снимай. А тебе что проще? Ну снимай, не снимай, ладно. А то нет, начал раздувать. Да начал, они вот, как ты сказал, они бы голову свернули. Говорят, смотри, мы отсюда, мы, я говорю, мы с ним, ну все, это по согласию. Ну, стоп, батюшка, я сегодня переживал, мне очень хотелось перебиться. Ну стой, стой, а ты целый час говорил эту историю, она всем известна, зачем нам? Как строить? Ну подожди, вот я ничего не сказал. Вот смотрите, он даже не дает мне слов, не заглушай меня, дай мне... За что? Не нравится? Ну это 10 раз выслала, ты сейчас слушаешь. Так вот, ну все, девочка. Проси, я уже руку сколько тяну, тяну и никто так не дает. Еще меня сказал. Подожди, вот план часов разговаривал ничего. То, что всем известно. А то, что неизвестно, ты не хочешь. Так вот я хочу сказать, голос вернули, это дохлое болото, там все прочее, тараканье, жизнь сосет. Зачем это перетак? Потом, как ты, даже не... Вы тогда вот все сидели, и когда это... Уже раскрылось, что не он это там звонил и все. Ты на него так все. Это он, это мне Бог открыл, это все. И батюшка поддержал. А тебя только назвали что? Почетный гражданин. А что плохого? Почетный гражданин, он тебя не назвал. Ну какое нахальство, все прочее. Хамство. Какое хамство? Чтобы назвать его Игнатия Тихоновича, надо заслужить это. А он высокомерный. Это что ты? Надменный, тщеславный. Властолюбивый. Мы его знаем хорошо очень даже. Вы многие не знаете, поэтому молчите. Вы как зомби, вот окружил он себя с такими, которые его перед ним перешатываются. Вот так вот. Поэтому общину вы же разваливаете. Вы. Мы бы никогда это не развалили. Когда и батюшка, и говорю, батюшка, как ты видишь, грех допускает он, да лжет на каждом шагу. Апостол Иоанн говорит, пишет, кто говорит, что познал Бога, а заповеди его не исполняет, тот лжец. Ты что, не слышал, не знаешь, не читал? Сам сколько раз говоришь ему. Вот. Потом и многое подобное. Потом воля по воле Божией. Это что, воля Божия? Или вы говорите, если вы духом живете, по духу поступать должны. Но какой же дух здесь? Какой дух? Это не святой дух. Ну, дух святой не разрушает, а объединяет всех. И мы, единицы тоже, мы христиане. Ну подумаешь, старообрядцы, новообрядцы. Для меня, допустим, это никогда не являлось разницей. Почему я благословил Андрея вот, взять в жену с православной, а же и Марию отдать за православную? Почему? А почему ты-то так все это настраиваешь? Очень хорошо, да? Вот как вот вы сами подумайте немножко. Вот это общее, а то общее, но это здесь действительно общины нет. Нет. А потом, значит, вы помогли, вы только делали, а мы нет. А кто просил вообще-то так сказать? Кто просил вас восстанавливать деревья? Это ваша инициатива. Я согласен, да. Хорошо, это хорошее дело. Но дело в том, что зачем сейчас упрекать? Мы. А здесь полстраны работало. И я работал в Калуге, другие дети мои. Вот. И все помогали. И не надо. И сначала было у нас действительно экстаз, какой-то подъем такой, знаешь. Ну, мы радовались все, все мирно, дружно. А когда началось вот такое, и ты его не остановил вовремя, ты имел власть, ты батюшка, он, ты духовный отец его, и ты так потакал. Вот батюшка кому, а я тебе говорил сколько раз. И приводил примеры, вы не хотите слушать. Когда он у меня был, я пригласил его на беседу, и говорю, что это такое, мне лукавство или что? Встал молча и ушел. Я попросил прощения, он даже ноль. Валя подходит, говорит, ты что стоишь как истукан? Это что, хорошо? А что с ДНК? Зачем ДНК? Потом начинаете выкручиваться, все это изворачивать. Ну разве это по-христиански? Чего улыбаешься? Вот знаешь, вот это? Ты просто, я тебе скажу, ты извини, я скажу, ну у меня полный мерзавец, лучше ничего. А отец, может быть, сказал бы про тебя сейчас, он бы сказал, у него такое выражение было. Это сейчас человек, последней стадии, подлый человек последней стадии. Негодяй, вот и все. Негодяй в высшей степени, в высшей партии. Вот такое ругательное слово было. Так он действительно, вот зря, что он
не видел вообще бы тебя, вот, как бы, и как ты поступил вот это. Все стоят, сидели и молчали. А почему вы так удивились? Главное, одному человеку поверили, а всем все. А когда поверили, все, это тоже от ДНК на всю страну. Вот ты сам в каком-то сейчас, в 52-я проповедь там, каком же томе-то, я забыл. Ну это мы можем сказать. Ты пишешь так, говоришь, что если я вот одного говорит, одному там, ну, сказал неправду, или вот неправду, или там в чем-то обманул, или, то говорит, а ты я его одного тронил. А когда многие, то уже все. Вот ты бы, если бы сказал бы это в кулуарах, или пришел бы к нам, или там даже вот в нашем селе, и никто бы тебе бы не сказал, ну ладно, ты же на весь мир, интернет надо тебе, все, чтобы это все знали, зачем, кому это нужно, кому интересно. Если человек, а у нас, ты когда сказал про ДНК, это якобы, значит, что получается? Ты оболгал жену, оболгал сестру, оболгал мать в лице детей. Так получается, значит, мать нагуляла или что? Так получается. И нам звонки стали, это что, хорошо? Это по-христиански, от Духа Святого. Ну как ты вот это смотришь, как это чувствуешь? У тебя действительно стеклянными глазами, или бы хоть бы сказал бы, простите, я вот тут ошибался или что? Что-то, нет, что это? А где же связано, наоборот, в православии смирение? Камень спасения в православии смирения. Ты что, не знаешь этого? Все, ладно. Люба хотела сказать вам. Я не сказала, я спросить хотела. У нас вот перед тем, как возникла эта ссора, летом, Леша постоянно помогал Игнатию Тихоновичу. Леша, позвони насчет бульдозера. Леша, позвони насчет этого. Закончился сезон, так сказать, уехали. Леша, мы там забыли виноград закрыть, ты, пожалуйста, сделай это. И когда вы приезжаете весной, вы начинаете на него бочку катить. Не здоровайтесь, он мой враг, вы его обходите стороной. Почему? Никто никому не объяснил ничего. Вот меня что интересует. Почему он стал врагом? Ну, он не смотрит, он не скажет, все, промолчите, все, ему так легче. Ладно. Хитрец еще тот. Ну, я так знаю, что это какой-то вы. Если, значит, это общество, это не община, значит, и, да. Да. И мы не такие, значит, какими должны быть. Мы должны быть такими, как вы. Я сколько говорю, каждому свое. Ты, у тебя свое такое, у другого свое такое, не можем быть, нет, должно быть, все должны мыслить одинаково, такого нет. Община, правда? Такого общества нет, что все мыслят одинаково. Как вы думаете? Ну, в духе христианства. Мыслить одинаково. Нет, это нет, община, ты где, ты видел такую общину, где все мыслили одинаково? Нет, такой нигде. Нет, а? В абсолюте, конечно, нет. Община, когда все должны мыслить одинаково, там, ну, и жить одинаково, основные... все, и поступки делать одинаковые, что все одинаково должно быть община. Не в этом община. Община – это общее дело. Делаем, какое общее дело делаем. Да, самое большое общее, общее дело – это для Христа, для Бога. С таким уставом, как у нас, я больше нигде не видел, устав. Не знаю. Есть община? Да нет. Вот. Поэтому, где живешь, как говорится, с какого колодца пьешь, и в этот колодец плевать. Это очень нехорошо. Не надо. Было что-то между собой там или с кем, это всегда бывает. И в стаде бывает, когда вы попадались, потом вместе опять травы едят. Различили, кто там старший, кто выгнали весной, даже коровы разбираются. Кто их? Определились. Он рассказывает, наверное, что в том году была одна корова, в этом году старая корова, говорит, сдала, говорит, уже молодая заняла, и это уже старая, и подчиняется, уже идет, значит. То есть всегда это так было везде. Наша община стоит только на том, что у нас принятый устав. Нет устава, там где-то человек говорил, что он организовал, у него были средства, у нас не было, а у него были средства. Вот. У него развалилось все, и Глушков дом не достроил, бросил, уехал. Переехал в Корсину, потом сюда переехал. Ну что, оттуда. Почему? Потому что началось без устава, началось пьянка, воровство, драки было, и все. Он сейчас живет там Мамонтова, каким-то делом тоже занимается. Он деловой человек, нашел дело там что-то ритуальное, там это, еще там что-то. Павел Иванович Скрипачев, это такого фамилия.
Но он нам помог, на циркулярку дал, еще там немножко с средствами помогал нам, там, благодарны ему в то время. Мы познакомились с ним. Было так. А в общем ничего было так. Нет. Главное что? Главное устав. Устав нарушается. Строить такое дело, задумать и никого не поставить, даже не посоветоваться, не поставить в известие. Как это так? У нас ни одного случая такого не было в деревне. За все 30 лет ни одного не было. Даже те, кто приезжали, люди как бы со стороны, ни одного не было такого. Случай какой-то, что? А я сам сделаю. И все. Не вы мне не советчики здесь. Вот. Что вы можете мне присоветовать? Так говорили. Что вы советовали? А вот мы делали плотину. С кем советовались? Советовались с кем? С тем, кто может дать совет, с кем и советовались? Уже. Нет, это такое дело. А это так сделать, это, ну, так не годится. Это, мы начнем педага, он завтра скажет, а я хочу вот там вот построить. Где-то там буду, мне там нравится, я там буду делать. Так не делается. Если ты говоришь, община, покажи, что это именно община. Собрались, была община. Сказал, я вам задумаю такое дело делать, братья, как вы одобряете или нет это дело? Поможете мне сделать такое дело? Сделать? Обсудили бы как. Так у нас вот. Середина деревни вся занята. А? Середина деревни вся занята. Как? Кто желает строиться? Шуруйте на Камчатку, иди, слышишь, что Леша пошел не в ту сторону, а пошел в эту сторону, и все. Да тетя Люба. Да почему ты это Люба, батюшка, ну разве это правильно? У Игнатия Тихоновича 8 домов и 2 участка. Не 8, не 8 домов. 8. Уже один дом нету. Ну минус, ну был 8, и ни один не оформили. А этот хотя бы начал с того, что... Как они, ни один видят, что Игнатия Тихоновича, ни одного нет Игнатия. Они оформили все. Ну, ты желаешь строить за любой Горбуновский дом, Саманный, может быть, тот, пожалуйста. Приезжал Сашка. Что почему Горбуновский не отдали? Да он не хотел, Сашка. Да и не надо, батюшка. Он не хотел, он хотел, нет, сколько раз говорил. У него уже отец лес загрузил, вот опять... собирался ехать сюда. Сашка, а Сашка сейчас не разберется. Сашка хотел, если бы Сашка хотел, он бы стоял. Нет, ну, напротив бы взял Малютинский, если бы, ладно, если действительно запретили бы там Горбуновский строить. Это, ну, взял, 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 сегодня эти все дома, которые выкупят, сегодня их закупите. У нас я первый день Малютинский дом, а когда уезжали, я заплатил. Я за него заплатил, потом мне трудно, оказывается, я говорю, забирайте туда. Мы, чтобы сохранить, как надо, человек уезжает. Да, Горбуновский также, с Горбуновским я тоже рассчитался, ему дал это. Приезжал Роман, хотел взять Мухинский дом. Какой Роман? Племянник ваш. Почему не Роман, племянник. Да, Роман не сильно хотел это самое. Вот так вот, так что... Ну, что именно, вы сказали... Да этого не было, даже разговора этого не было. Вот, батюшка, вы сейчас зачем врете? Я знаю, что он... Что вы знаете, я не знаю. Ну а зачем вы говорите, что вы не знаете? Нет, не знаете. Во-первых, он бы должен поговорить с кем? Роман? Он пошел к Игнатию Тихоновичу, это его был участок. Он к нему и пошел. Да Игнатий, что он сейчас так стал лет 7, не больше. Ну, вот, вот он в этот период и приезжал. Знаете, вы как маленький его ставите. Тень на плите не заводит. Роман с города пойдет. Это же разговора не было никогда. А потом насчет... Так, значит, остановите. Я за собой собрание, значит. Алексей, если вот не так, я сам... Я вам низкий поклон отвешиваю за первые 15 лет нашего знакомства. Вот как вы туда вернулись из поездки по Европе, по Востоку, вас как не знаю кто... Просто, знаете, вот с этой камерой, это даже в туалете хотелось вторую защелку сделать. Ну, везде вы вылазили, везде. И почему-то постоянно от вас оскорбление. Ну, вот сидишь, ушла она, нет, вот она. Вы терзали их за то, что Венька сжег Кольбе. Выяснилось, что сделал не Венька, сделал Анфим. Вы попросили у родителей прощения. Вы нас с Володей объявили любовниками. Вы у нас хоть у одного попросили.
прощения. Вы открыли дверь свободы. Вы перестаньте, вы знаете, что собираетесь. Чего? Вы собираетесь? Я хочу сказать, каким он стал. Вот за первые 15 лет низкий поклон. Но то, что сейчас творит Игнатий Тихонович, ни в какие рамки не лезет. Ну, Васечка, я скажу, что это устав. Мы действительно за устав. Но устав должен быть построен на христианских принципах. Вы ухватились за пояски, там, за пуговицы, за платье, за все. Да это все потрали. Христос под этих фарисеев сколько раз, десятки раз обвинял. Он что вы хватаете за такое внешнее? А в душе-то, говорит, у вас гробы наваленные. Ну, надо это главное духовный смысл вкладывать. И в это, чтобы остаток наш был на христианском. А то устав. А вы устав бы подогнали под себя, и чтобы власть была это все. Володя, ты духовное в какие сосуды будешь вкладывать? Как это какие? Ну в какие? Нормальные отношения, а не врагов искать и не прилетать. А наоборот, прийти и сказать, давай разберемся. Вот Игнатьева пошел бы, пришел бы сначала к Алексею, разобрался, а что за колышки, почему, зачем, как? И сказал бы. Я тебе скажу, какой тебе сейчас за колышки? А колышки он не был, ты же там шагами сказал. Нет, вот он слышал. Слышал даже. Он это самое. Он зачем? Ладно, пусть. Не он. Зачем ты вешаешь? Ну, он ничего не сказал. Алеша, а ты поищи дома, может, они у тебя оказались получше. А так он не там положил. Кто-то, он и там положил. Ты нашел его? И я? Да, конечно. Ну, это видео есть, раз вы видео увидели. Ну, а кто? Я объясняю. Вот, понимаете, ты нашел его. Подожди, они у тебя дома, ты их там нашел. Понимаете, в чем обидно? Обидно в том, что наши отцы-основатели, низкий поклон, я считаю, за то, что основали эту деревню. Вот. И то, что я высказывал, разные точки зрения, я молодой. Я батюшке сказал, он, правда, поправился, мне это понравилось. Он говорит, ну мы не называем, что наша деревня развивающаяся. Мне уже немножко приятно. Он даже спросил, а как ты думаешь, вот, что бы надо сделать? Мне тоже стало приятно. То есть, какое-то понимание есть. Вот. Я не оскорбляю, я говорю по-честному. Ну, Бог мне так положил, по-честному говори. А у них получается такая пословица, друг, который медом мажет. Да нет, друг, который правду скажет. Колышки пошел, еще раз, я здесь только что объяснял. Говорю, когда нашел колышки? Это его почерк. Когда ты нашел колышки? Вчера. Вчера мы нашли. Я говорю, когда мы жили, вчера мы встречались. Да. Мне приехали в субботу вечером приехали. Да. Ну и когда он ходил, даже туда ходил, ты когда он? Прям времени не было совсем ходить. Слушай, почему? Это ты бы так сделал? А ты бы так сделал, что ли? Слушайте меня. Мне сейчас говорю, я тебе говорю, что там не было. Я просил, Володя просил. Я сам звонил. Я говорю, что Игнатий Тихонович учил нас с вами и так. То есть как разведка, это туда, это сюда, здесь все свернуть. Поэтому я предполагаю, я не утверждаю, что это он, как он на 100%. Я предполагаю, что у него есть все мотивы, тем более он до этого говорил с Игнатием. Ну ладно, но я его сейчас приеду. Колышки вы выдернул. Что это? Какое преступление, допустим? Колышки выдернул. Что? Если тебя уже оформлено в свадьбе, то колышки Нет, я не буду сейчас ничего придумывать. Сегодня выходной, завтра позвоню кадастровому инженеру. Вот, они знают этот закон. Вот, я спрошу, скажу, вот как это вообще? Как это нормально? Нет, я же не могу его 10 раз приглашать. Владимир позвонишь, что ему скажешь? А? Я скажу, вот смотрите, вы оформили участок, точнее, мы тычки поставили, участок оформляется, и сейчас какие-то недоброжелатели взяли и убрали границу участка. Этого нельзя было делать. Ну, все, на чем приедет, раз поставит. Так а кто за это платит? А мне зачем этот участок? Твой участок, ты платил. А вот, я не могу 10 раз платить. Ну не хочешь тогда, зачем начинать это дело? Нет, это батюшка. В смысле, зачем начинаешь? А это нормально в христианском обществе, что кто-то взял, вот это и выдернул. Что, я в прошлый раз выдернул. Я убрал с дороги получил. У вас так будет, слава Богу, по-честному сказали, что это я сделал. Я сделал. Да, все, я сделал. Я объяснил, почему это. Все, я с дороги убрал полочек, и все. Просто я с дороги, один убрал бы. Ну, он, если не шарик. Я один или два убрал. Три. С поля убрал, из дороги убрал. Три. Из-за этого возникли проблемы. А я сказал, что это было не окончательно. Потому что это еще, я скажу так, если это так, то это не окончательно. Потому что здесь будет даже через суд. Будем осваивать, потому что это не восстановление поселка, это нарушение. И это соответствует или нет там, другим нормам. Хорошо. Что там будет строиться, должен документ. Там, что будет строиться там? Угу. Туристический центр. Хорошо. Так, а что для этого нужно? Кто сказал туристический центр?
А что? А кто? Ты что говоришь? И то, что я сказал для детей, я ничего не собрал. Это будущее. Ну вы не думаете о будущем, у меня дети. А зачем ты сейчас принесел шовство? Зачем? В смысле? Я сказал это для детей. Я это вам пояснял, и вы все это извернули, и уже в другом виде. Вы-то зачем лжете? Я сказал, что это для детей, я не отрекаюсь от своих слов для детей. Ну, для детей, что для детей, чтобы дети ходили туда играть? Нет, это ваши слова, я сейчас не сказал такого. Ну, а для это для чего? Детей. Если есть дети, значит я должен здесь показать привлекательность этой жизни, научить их зарабатывать деньги, чтобы они сюда вернулись. Зарабатывать деньги, только деньги. Ты их, но ты умеешь сам зарабатывать, как-то их будешь учить зарабатывать так деньги. Я отец, я должен после себя что-то им оставить. Я вам вопрос задал, что вы после себя оставили, кроме статуса деревни? Вы почему здесь ничего не сделали? Что мы ничего не сделали? А? Ты-то же пришел на готовое сюда. Статус электричества. Да. Статус облом, я все строил, все я сам. Что ты не строил? Покажи мне свои стройки, покажи. Да, покажи, да, я маме помогал строить. Я говорю, я дом, сарай, забор. Я с парнями не хожу. Дома построил. Дома. Да, конечно, ну, конечно. Что, это я построил. А мне говорят, а что ты тут сделал? Так я простой член деревни, я построил дом. Я участвовал в общественных делах, я участвовал на Рыжковском, забивал эти поля целый день. И получил от Игнатия такую фразу, что ты тут ходишь, трясешься со своим уставом. В смысле? Как вы так можете? Он сейчас скажет, что он не помнит. Естественно, он скажет, что он не помнит. Это было такое. А я приехал, напечатал устав. Интересно, батюшка, мне поражает ваше неуважение к обществу, к нашему. Вы сейчас читаете устав старый, но мы и вы тоже сидели на собрании, мы собирались, сделали правки в устав, вы тоже голосовали, есть акты, вот. Так, и что? И есть устав в новой редакции, так как бы его и нужно зачитывать. А где он в новой редакции? Ты его составил? Садите устав, что он должен быть. И что, и он отличается от этого? Ну, почитайте, почему вам не интересно? Он отличается не может. Чем отличается? Мы вносили дополнение. Многие пункты изменены? Я сказал, мы вносили дополнение. Ну, дополнение, согласен. Так а почему у нас такое неуважение? Ну, почему такое неуважение? Ну, если вы думаете о будущем, вы сами голосовали здесь. Остановимся. Какое неуважение? К чему? К уставу? Вы пришли со старым уставом, за который... Ну, старый устав, он только нет тех дополнений. А дополнение здесь не касается к этому. Почему не? 13 пункт по другому случаю, который вы зачитали. А потом с вами... И мы голосовали, и вы в том числе голосовали за это. Остановимся. Так, 13 пункт, говорит, да? Вроде да, 13. 13. Засчитаем 13. Вроде. Не подчиняющийся уставу всему предупреждает, что после трех грубых детских нарушений исключается. Прошу прощения, не 13. Вот вы читали про дом. Где строит? Я могу ошибиться. Где ставить дом, какие деревья, какие срубать близ дома. Все это старше. Все. Да, он по-другому звучит. Как? Ну, почему вы не пришли на собрание? Так, по-другому звучит так. Что где ставить дом, не спрашивая никого, никого не ставит в известность. Ну, как по-другому звучит? А почему вы не пришли с новым уставом? Зачем ты? У меня потом устав какой-то. Так а почему в выражении есть устав, последняя редакция, они старосты? У них по всем домам раздали новый устав. Ну ладно, кто-то хотелся, ну не раздали. Ну как этот пункт, как в новом уставе звучит? Прочитайте. Почему все есть, а вы не знаете? Ну, значит, для благословения не надо спрашивать. Так можно сказать? Да не об этом речь. Мы сейчас не об этом говорим. Кто-то говорит, новый устав. Ну, у меня на машинке напечатано, у тебя на компьютере напечатано. Потому что мы вносили правки, мы все голосовали здесь. Понимаете? Мы все голосовали. И вы тоже, в том числе, поднимали руку, есть акты. Ну, куда еще лучше? Как разговаривать с вами? Я даже сейчас не говорю, о чем ты разговор ведет. Что я? Значит, где-то мы нарушили устав какой-то. Вот не на той бумаге написано устав. Нет. Я сказал, что это неуважение к обществу. Вот я к чему. К какому обществу? Это община. Это общество. Это общество. Ты считаешь, это общество? Общество. Община. Ты говорил, община нет. Община. Я говорю, а я вам говорил. Вы бы честнее выглядели и сказали бы, что
община так, как мы ее видим. Да, я не. Да. Я это тоже признаю община, только так, как это вы. Да. Это не первая христианская община, потому что я посмотрел. Так, хорошо. Я даже только посоветую еще что. Угу. Ты где-нибудь вот в Урале беседовал, возьми и сделай. Общину сделай по христианству. Вот, вот я сделал по первоапостольскому. Вот так вот надо делать. Согласен. А когда сейчас, это, я бы не так сделал. Можно вам руку пожать? Давайте договоримся. Сделали. Договоримся. Сделаешь, когда там пошел. Нет, почему? Ну, так бы заключи пари. Заключи пари, только единственное, что я скажу. Верните мое здоровье, которое я потратил, будучи ребенком здесь на восстановление потеряете. Ух ты. Да, вообще. Я это упрек не ставлю, я это говорю как пример. Мы все лето здесь работали, а что, коров пошли, таскали по 6 кирпичей и нас за это хвалили. И у меня теперь спина болит, я теперь не могу встать там. Ну, нет, можно смеяться над этим, понимаете? Это не так. Ну почему? Почему? Я вы смеетесь, по вашим лицам видно, что вы сидели. Дети были, я все надорвал здоровье здесь, надорвал здоровье. Надорвал здоровье. Я не сразу это Богу упрек, потому что такова была воля Божья. Это может быть лучше для моего спасения, но я просто констатирую факт, что да, верните меня туда, и тогда заключим пари, я где-то что-то осу. Потому что для меня эта деревня, она не просто чужая. Я сюда вкладывал душу, и до сих пор вкладываю душу. Так, я, значит, ставлю так, больше так это не может продолжаться уже. Нет, по себе жить себе, значит. Иисуса из совета деревни я предлагаю исключить и из общины вот. Так не годится. Больше. Большое дело. Ну, пожалуйста, делайте, что пожалуйста. Хотите. Делайте, что хотите. Вы такие умные, все только знаете, а нас пренебрегаете абсолютно. Ваше мнение ваше никого не интересует. Вот и все. А с кем вы-то, когда вы принимаете какие-то решения, схватили даже, действительно, почему бы не посоветоваться? А что, вы считаете ниже своего достоинства или что? Ну, это тоже совершенно неверно. И вы же все это нормально считаете. Мы не дети малые уже, запомните. Ладно. Когда мы здесь помогали, у нас кости трещали. Спины это самое, все прочее. Я глянул вам, где Матушкино озеро называется. Я помню, как мы слетали, носилки вытаскивали, аж трещали носилки и спины. Ничего нормально, сколько саман делали, потом себе саман делали его, так. Когда вы еще жил. И все мы не делаем. Сколько надо дать, я не смотрю. Пускай. Все. На работу надо идти. Бессовестный просто, больше ничего. Ну, совести нет. Я скажу, 13, иначе вообще в моих глазах он вообще не верующий. Он просто приспособленец, больше ничего. Он себя поймет. Вот, иначе не хочет. Все, вот и ладно. А ты пока катаешь. И вы, я сколько примеров из Библии, что потопаться, это грешник, на тебе объявлен сонал. Я тебе один раз, Володь, я тебя не один раз предостерегал. Ты можешь обвинять меня и его в каких-то там плотских грехах, но никогда не касайтесь духовного. А духовное как раз и стоит, оно потом плоти, именно чтобы тебе не ошибиться, не колосится. А он неверующий там. И вот это, что вы крестите, это ничего не значит, это штукатурка. Это все. Ничего не говорит, не говорит. Нельзя так. Они приезжают, покрестились. Где они есть? Ты говорил это. Да, я говорил. Но почему? Подожди, я не говорил, что это ничего не значит. Ну, что, да. Он покрестился, он ушел в мир, скажем. Да? Почему такой он ушел в мир. Человек? Ну почему? Ну что, разве так? Я обидчивый. А потом он может руководство, может сам заниматься, стал. Да? А я говорю, а давайте как-то вместе жить. Развивайте. Зачем? Развивайте. То, что вы меня исключите, на мое духовное состояние это не повлияет. Александр Тихонович, я сказал дважды. Просто это повлияет на состояние только общее, на то, что есть. Потому что не будет разлагательного этого тебя, как ты разлагаешь. А вы вспомните, слова, когда про Иисуса Христа говорили, там они сами говорили. А чего вы так переживаете? Если это дело Божие, оно стоит. А если это не Божие, оно и так развалится. Помните, Фиром договорит, и все. Ну вот и все. Поэтому давайте все на волю Божию оставим. Зачем это? Я Игнатий Тихоновичу сказал в прошлом году два раза, что если это не я позвонил, а ты меня обвинил, тебя Бог накажет. Вот. До того момента, если ты успеешь попросить прощения, то, слава Богу, прощение не мне нужно, это ему нужно, вам. Он обвинил, вы поддержали. Вот. И вы только сейчас, прошел уже целый год, и вы только сейчас вот объявляете что-то. Я говорю, столько было там приездов, столько там, так бы сказал, так, обвинили Алексея, но выяснили, нет, что это не он. Прошло, все. Все. Нет,
молчали, на суд, как вы помните, как меня на суд? Не ходи, не ходи, я же помню эти глаза. Тебя кто вызывал на суд? Никто не вызывал тебя на суд. Бог положил на сердце приехать, потратить время. За прошлого, спасти ваши души, чтобы вы не дальше не накрутили, не набрали. Спасите вас, надо же, я думал. Сказали. Приехать на суд, спасти наши души. Ты что, думал, что ты потерял? Я на суд. Ну так, если я этого не делал, у меня было там. Соответственно, же нет, я об этом и не было. Кто именно, суд-то не... Не то, кто это позвонил, об этом не было разговора. А вы-то что боялись? Если вы думали, что я на суду буду разговаривать, так мне там никто слова не дал. Вы-то зачем так тряслись-то? У вас такие испуганные глаза. Я заботился о спасении твоей души. Да не надо. Нет, дай мне. Спасибо. 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 Это же не серьезно. Меня бы вывели и все. Но вы же взрослый человек. Понимаете? Ты более дело тебе не пришлёшь. Значит, предлагаю, значит, проголосовать за что община защитила. Вывод такой, что община никакая нет, это здесь общины нет. Зачем тогда такой член быть в общине? Желаю тебе верить. Значит, батюшку от меня, значит, благословение-то и не надо, если я хулиган. Зачем? Ну а как это назвать? Взял бы просто вы. Ну хулиган. Я его не назвал хулиганом, это ваша интерпретация. Я сказал проступок. Я просто не назвал. Ну а если проступок хулиганский, то я-то кто? Фулиган. Человек, который сделал проступок, человек нормальный. Фулиган. Человек нормальный, который сделал оскорбление. Я не говорю, что просто говорю, что поезжай, поезжай. Вот такое отношение за 45-летнюю мне у меня не было ни от одного человека, чтобы кто-то так вот сказал и обозвал. Никогда не было. Даже были враги, такие враги, которые просто желали, чтобы, ну, досадиться были. И то так не было. Никогда это такого не было. Да, ну, что, правильно сделал, ты вот видишь, отец понял, правильно, что ты сделал, так обозвал батюшку. Чего ты так сделал? Правильно сделал. Я вас не обзывал. Я вас не обзывал. Апостол Павел больше всего любил блудник в Коринфянам. И поэтому, говорит, предал его сатане. А все те, кто его, говорит, велели, все те как раз его ненавидели и не любили. Златоуст, Ян Златоуст говорит. Вы правду ради скажите, что Алексей здесь самый, больше всех, кто благословляется постоянно. Батюшка, благословите, поехал. Батюшка, благословите, поехал. Ну, батюшка, глаза, батюшка, вам благословить. Я тебя благословил, вы поедете, а вот ты поехал, когда оформляет этот час, я батюшка благословил. Да, мама, да я не знаю, зачем поехал. Мама, я... сказать, меня батюшка благословил. Нет, я про то, что я соблюдаю устав. Я сюда приехал в обществе. Ты такое там строится. Ты у кого-то посоветовался, спросил благословение батюшки, я хочу там строиться. У вас нет. Нет. А почему нет? У меня есть духовный отец свой. Кто, отец Николай? Да. Ну хорошо, я с ним поговорю. Поговорите. Я с ним поговорю. У меня есть духовный отец. Как отец Николай может благословлять, что делать у нас в деревне? Ну... Как? Я всегда благословляюсь. Всегда благословляю. Нет, ну ты благословился там. Ну ты здесь член считался, еще член общином считался. Ты почему не с кем там? Брат есть старший. Староста есть. Смотри, я могу сказать... Ты слово даже не... Я сказал, я как бы не хотел, но могу сказать. Вот сидит человек. Вот он говорит, когда, говорит, постоянно куда-то раньше надо поехать, приходишь к батюшке и говоришь, батюшка, благословите, хотим поехать. Ой, да зачем, да куда? Да. Поэтому он перестал приходить благословляться. И вот на дня спрашивает YouTube, а куда Андрей поехал? То есть батюшка спрашивает YouTube, а куда Андрей поехал? Помните, когда староста, то есть, ну это как наш начальник, поехал в Томск, батюшка ему звонит, он говорит, ну в Томск едем. Батюшка слов духом не знает, что он в Томск поехал. Да как бы ничего и страшного, ну, так, всякое бывает. Что ты привел, к чему это? Что? Это привел, что ничего страшного, как бы в этом не случилось. Ничего страшного. А Игнатий Тихонович при всех сказал на вас, есть свидетели, говорит, а ты здесь вообще никто. Игнатий Тихонович сказал на вас. Так. Ну так вы так разберитесь, кто из вас. Мы разберемся. Тебе это как относится? Если он глад. Ну вот на нем что? Он неверующий, он Бога не знал и не знает никогда. Отец мой сказал сейчас. Он неверующий. Бога не знал, не знаю. Я говорю, по его делам видно, что он неверующий. И вы сказали, обращайтесь с ним как с неверующим. Это ваши слова. То есть священник благословил, обращаться с ним как с неверующим. Ты-то верующий считаешься? Да. Ну да, если ты так, а где написано, что ты веришь, обращайся так, как это. Где так это? Ты-то написано, ты верующий,
значит, христианин, значит, написано. Будет он вам, как язычники, мытарь. А язычники мытарь, ну, они вот они, я с ними здоровался, я и с ними буду здороваться. Я говорю, приходи, чай попьем вместе. Ага. Он для меня не враг. Из моих уст ни разу не вышло слово, что он враг. Да. Нет, ну, не все шишки, которые сейчас сыпятся на голову Игнатия Тихоновича, вы принимаете на себя. Разговор идет о том, что почему Игнатию Тихоновичу можно оболгать, все, можно оскорбить и при этом никогда не попросить прощения. Вот о чем речь. А отсюда и все последствия. Подождите, вы это все это говорите так, оболгать и прочее. Да. А разве это не можно? Вы сейчас надеюсь, вы сейчас даже вы все сводите на Игнатия. Где бы мне разговор? Ну, вы нашел обязательно сводите на Игнатия. Игнатий Игнатьевич как красная тряпка для быка. Да это стало. Понимаете? Мы-то сейчас совсем о другом говорим. Говорим о создании общины, как после нам жить. Вы же видите, что община развалена. Ты же Игнатий Игнатьевич. Отсюда все идет. Рыба портится с головы. Вот у нас голова. Учил, учил, учил. И бабка начала снимать от того, что учил. Я когда батюшка вам задал вопрос, вы завтра предстанете ко Христу. Господь скажет, первый вопрос. Вы в прошлом году Алексея оболгали. Как вы об этом оправдаетесь? Вы промолчали. Понимаете, вам сказать было нечего. Я говорю, так давайте здесь поиграем в эту игру. То есть ты уже так решил, что если нас убрать, то разговор сразу начнется только о деле. А я говорю, давайте поиграем, Давайте здесь, пока мы живые. У нас утром представим, и Господь меня спросит. Как ты там как к Алексею просил? Нет. Ты же у себя как по избраннике Божьей. Нет, не было такого. Не было такого. Когда я сказал, мне Богу положил на сердце, я это сказал. И как вы стебетились? Ну, ты разговариваешь с Богом, вот иди разговаривай. Я думаю, священник, ну как так может сказать? Зачем так? Священник, поговорите, говорит, собираешь только такое сейчас, что я сказал такое. Сказал. Я перед Богом говорю, сказал. Я не знаю. А мы вас тогда в таком случае. Вы не уважаете других. И мы не уважаем таких. Все. Не надо нам таких. А то все, мы виноваты, виноваты, что-то происходит, что-то зло. Вместо того, что так вы же мудрые, любомудрые мы себя обречать. А, как бы не так. Враги, и все, не общайтесь с ним, никто не заходите, ничего. Что это такое? От высокой духовности, от любви большой. Фу ты. Еще говорю, что у нас занятия-то? А что там на занятиях? Зачем такие знания, когда от них не делается сердце чище, вера крепче, а любовь жертвеннее? Никакой не жертвеннее. Ну остановись, ты духовно все знаешь. Ну зачем ты Остановись. Вот взяли бы по-хорошему, и обои бы попросили бы у наших семей прощения. Нет, вы не просили. И хочешь, чтобы уважал. Ты же говоришь, что мы с одним едино, а потом начали сделать. Нет. Я просто с ними согласен. Опять. Боже, ну что ты? Ладно. Дай Бог вам разум. Вот. И дай Бог Богу, чтобы все было поняли. Все объединились вот, как по-настоящему. А не то, что так выяснится все врагов, да все плохие, а вы хорошие. Каждый сам за себя ответит в конце концов. А то начинает там пуговка, пояс, там то, все. Ну, да я вот просто, простите, я просто выскажу свое. Пока у нас есть возможность. Все. За второстепенное хватается она. За главное. Нет? А главное так ничего не значит. Да. Вот и да. Не надо этого начинать, не надо хитрить и мудрить. Так, ну здесь ничего сказать уже нечего и сказать, ничего. Да, не совсем. Остается все на том же друг другу, что нет и нет. Таких случаев не было, а это первый случай такой случился. Ну, я предлагаю только одно, как было уже оговорено,
Я давно это, но думаю, еще как-то может быть это, но идет все дальше и дальше, уже даже вот с этим участком, что, наверное, но мы так это тоже не будем сказать, мы это все равно оспаривать будем этот участок. Так не годится. У нас восстановление поселка идет, а не так, что где-то что-то. Встройся 50 метров в сторонку, как идет улица, там строится надо. Это будет кадастровый инженер, мы вызовем кадастровый инженер и дальше. Все сейчас о том, значит, нет, значит, община не нравится. Не нравится, видите, вот общину, свою общину там как-то. Я предлагаю, значит, из общины, из церковного, из этого приходского совета Алексея защитить. Из деревенского. Освободить. Этому, ну, этим он, как сказать, и сказать не, ну, сказать, ну, не сколько не держится этого, мне все равно там, что в общем не в общем быть, это мне все равно это. Нет, это ваше решение, я не сказал все равно. Да. Вы решили все перед Богом. Сказал. Давайте все равно на Божий Бог. Не раз я говорил, вы сказали мне один раз, что пренебрежение, что это не община и прочее. Такое. Я вам объяснил, в каком смысле все. Да, в каком смысле. Все. Смысл здесь один. Сказал мне, вот это не община. Дальше вот. Переворачивай. А таких, как первохристианских общин, я нигде не видел и не знаю. Никак. Ну, 70 лет прожили, а почему? Потому что нет нигде. А куда вы ездили? Где вы были? Что, сказать, вас, где вас, я был? Вас пригласил отец Владимир, вы даже туда не можете съездить. Да, взял бы съездить, ну, пока не могу. Я посоветовал всем людям, которые там живут и съездили. Посмотрели, ничего, говорит, нет, ничего там это нет. Какие-то советы одного человека послушал, который, да, они там не верующие, а ты-то сам верующий. Сейчас не, о чем говоришь-то? Не надо об этом говорить уже. Ну вот, остановись. Один не верующий. Знаешь, что да, там ты увидел там община. А пусть там будет община. Вот. У нас какая не есть, но будет. Значит, пока запомни, Леша, пока мы живые, мы не отдадим на растерзание это. То, что с таким трудом было создано. Ни за что. Не надо. И ждать нашей смерти, когда бал правит, не надо. Это ваши силовики. Не надо. Не ваши силовики. А можно я озвучу на камеру? Батюшка сказал, батюшка, как бы, человек, который на камере работает, батюшка, как человек, как будто думает о будущем, сказал такую фразу, которую можно прям в лозунг. Он сказал так, прямая, прям прямая речь. Дайте нам спокойно умереть, а потом правский бал. То есть они, ну, дайте нам спокойно умереть, фраза не подразумевает, что давайте вместе как-то. И это он сказал на полном серьезе. А потом правский бал, то есть это говорит о том, что они после себя оставили там нефтяные вышки, что вы там, зажравшиеся молодежь, что мы вам вон сколько всего оставили. Ну, понятно, это уже перестань там все оставили. Ну, почему? Почему? Ну, а ничего, потому что мы ничего не оставили, сама на стены. То, что могли, то сделать. Крапивый комаров. Ты мог это сейчас поставить? Мог, что можно показать людям, вот дом. Мог это хорошо все сделать. А мы делали то, что было, делали. И все делали своими руками. За все 9 лет вы первый раз сказали, хорошо сделали. Спасибо Христос. Хорошо сделано, все сделано хорошо. Спасибо Христос. Но можно было бы сделать, я тогда говорю, сейчас можно было бы 10 раз дешевле сделать, да, и приехать. Геннадий Тихонович, у которого все валится вот так вот через год, а потом говорите, сходи к нему посоветуйся. Я говорю, это что за безумие? Сходи к нему посоветуйся, человек, у которого все валится, все развалится, который ничего не может сделать нормально. Я-то что собрал? Я честно говорю. Ну не нравится, ну большой. Ты в этом строительстве не мог посоветовать, но в другом ты мог что-то посоветоваться, тоже мог посоветоваться. Да мог, но он элементарных вещей не знает. Говорит, не надо, не надо, ты сейчас опять возвращаюсь на то. А вот это элементарно. Да я не знаю, ты мне задал вопрос, а вы знаете, что там называется? Я по компьютеру что-то сказал, там какой-то код или какой-то код. Я говорю, я не знаю. Что такое? Ага, вот не знаете, а что такое криптовалюта? Да я говорю, я не знаю. О, видите, вы ничего не знаете. Так получается, вы просто пытаетесь рассуждать что-то, я ничего не знаю. Вы же о будущем, вы должны много идти со временем. Да, со временем. Ну нельзя же, люди уже волпят. Но время в ногу идти не со временем. Нельзя со временем в ногу идти. А вы должны идти в ногу со Христом. Со Христом. По Евангелию. Вот что. А не так, что время сегодня. Сегодня не надо все. А это не важно, тут там какая одежда, это не важно одежда. Вот оно, пожалуйста. А время сегодня такое, что у тебя дети растут. Если со временем идти, то он подрастет, скажет, а я хочу называться не Назарь, а Назарь. Это не... идет к этому, это скоро придет. А если не правильно, Павел жил ногу со временем, шупала, так и живут шалаши.
в этом, как раньше, в Первобытии. Он жил в палатке, он зарабатывал, он ездил на кораблях. Нет, взял бы там на лодке, упал. Все палатило, но это мог бы корм тем делать. Я говорю, мог бы брать с вас, но я не брал, своим трудом добывался. Да не об этом речь. А тут его ты себя укоряешь, вы вот уйдете, развалины после себя оставляете. Развалины. Это был личный разговор. Да. Я мол, как отец, я пришел как отец сына, я так и сказал. Поэтому не надо ничего выносить сюда. Так и сказал. Это мы лично поговорим. Да, я пришел как отец, как сын к отцу. Развалины. То, что есть, то есть. Бог полагает на сердце. Я просто, если честно, устал увещевать. Да простит меня Господь. Говорил все честно. Ну ничего не врал. Как ребенок. Все честно. Меня увещевать, да? Не вас. И Игнатия Тихоновича тоже, да. Да. Бог видит мое сердце. Никакого зла, никакой там придумал подкоп какой-то и подобщина. Все это от любви сказано. От любви все сказано, да? Все сделано от любви сказано. Высшая любовь, я ее сам еще не постиг. Вот. Ну, то, что во мне есть, вот какое-то, ну, зачаток. Да, от любви. Все. От той любви, которая есть. Мало во мне любви. И я еще зимой сказал, помолитесь, во мне мало любви. Поэтому я написал такую фразу. И попросил прощения у вас. Было бы во мне больше любви, поступал бы по-другому. Я человек, которого вы уже несколько лет не уничтожаете. Но со мной Господь. А то учат, а сами не учат. Голосуйте, поднимайте руки. На кого? Да пускай кого хотят избирать. Нет, да не выбирай. Пускай кого избирают. Раз они здесь пренебрегают нами, они только умные. Не устава и недоброжелательное отношение к уставу и к общине. Нет, вы сами обижены. Вот. Не надо. Одно только я предлагаю, чтобы исключить из общины. Все, пусть живет свободно, как желает, по своему, кажется, уставу и прочее. У нас мы никого не принуждаем, у нас свобода. Кто желает, там уже здесь, живи по своему уставу, живи как чужой по себе. Ты для нас становишься как чужой. Ага, я ни с кем не согласен, вот я только прав, а остальные все неправы. Я так не говорил. Ну не говорил, да говорить не надо бы, а потом дела говорить.